Депутат Тверской городской думы Илья Холодов провел урок правовой грамотности в гимназии номер 10 для учащихся 11 классов. Занятие было посвящено правам и ответственности подростков. Подробности у нашего корреспондента. В непринужденной обстановке депутат вместе со своими коллегами рассказал об основных правовых основах поведения в повседневной жизни, новеллах в законодательной сфере, а также о безопасном поведении в интернете. В частности, речь шла о запрещенных в РФ социальных сетях и проведении российскими военными спецоперации на Украине. Основная цель занятия – предупредить школьников о возможных правонарушениях, чтобы когда они уже станут совершеннолетними, ребята знали свои права и обязанности. Важно сегодня, чтобы как раз вот общественная организация, там, депутатский корпус помогал учительскому сообществу в работе с ребятами, когда у каждого есть возможность в интернете найти информацию. Но отличить, собственно говоря, правду от лжи не всегда может человек. Политика должна быть вот ближе к людям, и тогда мы сможем заложить те основы, которые позволят ребятам по завершению 11 класса стать законопослушными, добропорядочными гражданами с активной гражданской позицией. Также речь шла об отношениях между людьми и волонтерской деятельности. Своей историей помощи людям со школьниками поделился Даниил Тропкин, председатель молодежной палаты при Тверской городской думе. Молодой человек в качестве добровольца отправился в Мариуполь, чтобы помогать там местным жителям. Я рассказывал о в целом моей поездке в Мариуполь, работе волонтерской вот в ПВР, пунктах временных размещения Никольска, где я был. Как обстановка, как относятся люди к спецоперации, ну и в целом то, что вообще происходит вокруг. Может быть, у кого-то там братья, есть сестры, кому они расскажут, и им станет интересно. Депутат вместе с коллегами ответил на вопросы школьников, а в завершении мероприятия призвал ребят быть активными в общественной жизни города и области, участвовать в различных общественных и политических делах, чтобы заложить для себя фундамент для дальнейшего личностного роста.